Вітаю вас, мої хороші! З вами я, Тереза Франк, і програма «Модна правда». Сьогодні у мене в гостях король бурлеску, людина, яка живе тільки сценою, Діма Коляденко. Дмитро Коляденко заробив собі ім'я як головний балетмейстер українського шоу-бізу. Як керівник балету «Фрідом» та «Арт Класік» він працював із найпопулярнішими артистами країни. Однак вчасно зрозумів, що може не тільки створювати шоу, але й бути центром композиції сам. Тепер ім'я Діми Коляденко відомо не тільки у кулуарах шоу-бізу. Між тим, для більшості він все ж залишається епатуючою загадкою. Діма Коляденко – це екстравагантність, мода, неординарність, порядочність і ніжність. Ексцентричний, егоїстичний, самовлюблений, талантливий і, я би сказала, інтересний. Привіт, Діма. Ты, как всегда, эпатажный, замечательно выглядишь, такой загорелый. Ты где-то с теплых краев вернулся? Все такой вопрос задают, Тереза. На самом деле все банально, все гораздо просто. Зачем тратить деньги, куда-то летать, если можно купить домашний солярий? Я жертва солярия. Соседи тоже, наверное, к тебе приходят в гости? Я хочу записать всех в очередь, многие хотят. Давать скидки, чай, кофе, капучино, мази. Я думаю, это будет мой бизнес, но потом. Гости приходят, пожалуйста, раздевайтесь, укладывайтесь, ложитесь. А я буду работать вот этим вот чуваком, который работает в солярии, стюардессом. Новую шоу-программу сделать. Ты планируешь в ближайшем будущем какое-то новое шоу вести на новом канале? Вести планирую. Знаешь, каждый артист хочет побольше всего. И сняться в фильме, и получить новый проект. Но я в этом году замыслил сделать сольный концерт. Вот я мыслю так, наперед глобально. Где, не скажу, потому что завтра все артисты побегут туда. Но это не дворец Украина, и это не Октябрьский дворец. Но я место уже нашел. Но не скажу, это моя тайна. Да, это будет в Киеве. И вот мне хотелось бы в конце этого года, наверное, ближе к Рождеству, ближе к декабрю, к праздникам моим любимым, к Новому году, сделать такой сольник от Коляденко. Песен вот так, клипов наснимал вот так, балеты, костюмы и роскошные песни от Димы Коляденко. Мне кажется, сегодня я певец. Вот ты не сказала, что я телеведущий, что я кумир миллионов, что я звезда. А мне кажется, я сегодня просто певец. Я была на твоем выступлении, и ты сказал, я король гламура. Нет, король гламура – это Сергей Зверев. Да, да. Я король бурлеска. Вот мне кажется, что я король бурлеска. Это когда все ярко, когда все блестит, блестки, эпатаж. Ну, в всяком случае, это модно, быть королем бурлеска. У нас же нет такого персонажа на Украине. В Украине нету? Нет. Нету. Вот ты же не королева бурлеска? Пока нет. О. А Ирина Билык же не королева бурлеска? Нет. А я король бурлеска. Не во сне и во сне, а тебя и к тебе. В этой вечной игре слез не будет. Не в огне и в огне, а тебя и к тебе. В этой вечной игре нас никто не осудит. Успешный в шоу-бизнесе, вот что необходимо? Может, слушать продюсера, или быть ярким, эпатажным, как ты, или много работать над собой, там, заниматься вокалом. Терес, ты тоже артистка, ты знаешь, что самое главное – это не деньги, самое главное – это даже не продюсер, самое главное – это везение, это терпение, это… вот я называю таких людей трудяжек. Вот я трудяжка, я работаю каждый день на свою профессию, в своей профессии, в своем цеху, в своей мастерской. И самое главное, как артист, и самое главное, надо быть талантливым. Вот самое главное. Если ты не талантлив, никакие деньги тебе не помогут. А талант, это можно его приобрести? Нельзя, нельзя. Вот многие учились в музыкальных школах, в театральном училище, в ВГИКе, да? Все прошли такую школу, как я. И никто сейчас... Алкоголики, сори. А вот есть люди, которым Бог помогает. Вот написано на ручке «Судьба человека». Знаешь, Макаренко «Судьба человека». Ну, ты книжку можешь читала? Прийти, допустим, в школу, первый класс, во второй, посмотреть, понаблюдать за детьми, да, вот за партами, и сказать, вот этот ребенок талантливый, он чего-то достигнет, а этот нет. Ты я могу, да, у меня есть такая интуиция. Я лев по знаку зодиака, у меня есть роскошная интуиция. Я могу сказать, кто будет артистом, кто не будет. Потому что это видно по глазкам, это видно по манерам, это видно по желанию. Это видно по таланту, как мальчик или девочка поет или танцует.
А ты веришь в астрологию, да? Если честно, да, почему бы нет? Это же глупо не верить. То, что Бог есть, то, что судьба человека есть, то, что ангелы есть. Конечно, я верю в это. Ты в своей жизни хотел бы быть продюсером? Нет, не хотел бы. Не хотел бы быть продюсером, потому что я эгоист. Вот в хорошем понимании этого слова. Я не могу делиться. Вот я хочу работать на себя. Вот хотя 15 лет я работал на всех артистов. Я же был главный балетмейстер на Украине. Я ставил шоу и Таи Повали, и Ире Билык, и Саше Пономареву, и Эль Кравчуку, и все по второму кругу. Я был самый лучший балетмейстер на Украине. Понимаешь? Все, прошло время. Сейчас я эгоист в хорошем понимании этого слова. Хорошо, я хочу работать на себя. Скажешь, Терезочка, вот тебе 10%. Ой, очки падают. А 90% тебе. Ну, будешь такой. Нечестно, а я честный. А я не могу обманывать артиста. Не могу. Вот ты мне принесешь деньги, да? И скажешь, Димочка, вот тебе 200 тысяч. Раскрути меня. Наши продюсеры берут 100 тысяч себе домой, покупают квартиры. Тебе говорят, что ты им должна 200 тысяч. И ты, бедная, работаешь. А я тебе вру. Я не вру. Я не умею врать. Понимаешь? Эта профессия очень для врунов. На твой взгляд, что представляет из себя наш современный украинский шоу-бизнес? О, я обожаю шоу-бизнес, честно. Я обожаю в нем работать, потому что тут все варится. Как в борще. И такие артисты, и такие продюсеры, и такое, сякое, пятое, десятое. Интересно, интересно. Мало того, все москвичи уже приезжают к нам на Украину. Снимать клипы, писаться в студиях, покупать песни у композиторов, у авторов. Работать на нашей красивой украинской земле. Если ты бабочка, я махаон. Яркие крылья, я страстно влюблен. Ты не Фертити, а я их на том. Увенчаю тобою свой трон. Если бы у тебя была возможность что-то изменить в украинском шоу-бизнесе? Ничего бы я не менял бы. Я бы сказал бы, ты артист, налево, направо. Тая Повали, пожалуйста, налево. Ирочка Билык направо, Козловский налево. Дайте дорогу Каляденко. Зеленый свет для Каляденко. Для молодого артиста. Ну и тебя бы тоже за компанию так немножко подвинул бы вперед. Скажи, роль пиар-компании в жизни певца. Если мы заберем пиар, что останется? То есть человек совсем уже будет беспомощным? Посмотри, у каждого артиста есть пиарщики, которые все выдумывают, придумывают, фантазируют, врут. Вот, опять врут. У Каляденко никогда не было пиарщиков. Он сам себе пиарщик. Лучший пиар на Украине у кого? По-хорошему. То диван выкинул, то продал, то поменял, то... Ну, поняла, да, что я сказал? Угу. То полюбил, то разлюбил. Вот, главный это пиарщик. Это человек-оркестр, сам все-все. Сам себе режиссер, так. Шьет одежду? Гальяна, Дольче Габбана, Вивьен Вествуд, Ямамото, Залевский. А где ты покупаешь одежду? То есть ты куда-то летаешь? Да, конечно, я летаю куда-то за границу, но я тебе скажу, самые лучшие магазины уже есть в Одессе, в Харькове, в Киеве, в Днепропетровске, в Мандарине. Надо только искать. Прошла недавно неделя моды в Украине. Ты был на показ? Боже мой, Залевский звал, не пошел, не было возможности. Тан обиделся, что я не пришел. Зато пошел к нашему мэтру, к нашему гуру, к Михаилу Воронину. Меня пригласила его дочь. Кутюр'є Михайло Воронін на 28-му тижні моду був справжнім ньюзмейкером. Презентація книги «Михайло Воронін» стала достойним початком модних днів і отримала схвальні відгуки як від близьких друзів метра, так і від літераторів. Кожному, коли досталась книга, вони кажуть, ми не думали, що ми її за ніч прочтемо. Втім, Воронін не був би Вороніним, якщо б не здивував тижні моди і новою колекцією, яка стала фінальним знаком оклику «Ukrainian Fashion Week». І тут здивування тільки збільшилось, адже метр врешті представ перед публікою не тільки як майстер чоловічої моди, але й як жіночий кутюр'є. Я сама лично не раз спрашивала Михайла Львовича, коли ж він запустить наконец-то лінію женської одежди, тому що всі знають, що він майстер височайшого рівня мужської лінії. Сьогодні прем'єра, женський показ от Михайла Воронина. Взагалі я дуже люблю дім Воронина, і мені хотілося б мати костюм. От, к сожалению, у мене нет костюму от Михайла Воронина. Я вовремя прийшов. And so tonight we say, hip hip, chin chin, hip hip, chin chin. Он мастер, поэтому нужно его уважать, тоже те, которые сделали очень много для Ukrainian Fashion, для мужского фэшн. Это лавровый венок для Михаила Воронина. Да,
Вот мы такое придумали, считаем, что он достоин за то, что он сделал. Чин-чин. Хип-хип. Чин-чин. Водночас жіноча і чоловіча колекція містила у собі молодіжну, ділову і класичну лінію. Такий одяг прикрашає у будні, робить королевами смаку і елегантності на урочистості. Буду, звісно, одягатися в своє, тому що вже дуже подобається. Зрителя диктует артист, продюсер или какие-то стереотипы, рамки? Продюсер многое делает. Конечно, он делает направление артиста, он его одевает, обувает, деньги дает на покушай, на поспи, на сними квартиру, покатайся на машине. Наверное, все делает продюсер, когда есть продюсер. Когда нет продюсера, естественно, это делает все артист, как я. Но люди выбирают, мне это нравится или мне это не нравится. Поэтому мне кажется, что музыкальный вкус все-таки делают люди, простые люди. Они слушают тебя или не слушают. Они придут на твой концерт или не придут на твой концерт. Но я, как артист, стараюсь сильно. Скажи, ты хотел бы покорить Москву? Нет. Почему? Потому что мне Москва не нравится вообще. Потому что уже москвичи приезжают к нам покорять Украину. Там все, там скучно, там неинтересно. Но, естественно, я туда поеду с концертами, я поеду в тур, я съезжу, попою, потанцую. Но реально мне интересно жить, работать на Украине, в Украине. Потому что здесь такая энергетика прекрасная. Я мог работать в Нью-Йорке, в Москве, в Петербурге, в Париже. Я хочу жить в районе оперного театра. Я хочу гулять по Андреевскому спуску. Я хочу гулять по Крещатику. Я хочу быть звездой в Украине. А вот сейчас ты ну, по улице. Оскар ходишь? Мне тоже нужен. Спокойно, можешь так пройтись по улице. С удовольствием я хожу по улице, потому что я люблю, когда на меня обращают внимание люди. Автографы фоткаются, улыбаются, хихикают, хахакают, в чем я, с кем я. Мне это интересно, потому что я на это учился. Я не люблю, когда артисты говорят: ой, я так устала от славы, ой, не хочу фоткаться, ой, я устала. Зачем ты тогда ходишь артисткой? Иди на пенсию. Ты сентиментальный человек. Плакать люблю. Когда выпью бутылочку Кагора. Нет, серьезно, я люблю посидеть, помечтать, поплакать, послушать песни свои, поплакать. Кстати, не слышала мои песни новые? Скоро выходит альбом. Ну, то понятно. Скоро выходит альбом, и там очень медленные песни красивые. 4 штуки будут в пластинке. И вот я реально сижу, плачу. Ты в ночь, а белый день, я свет, ты просто тень. Мелодию дождя станцую для тебя. Есть друзья в шоу-бизнесе? Нету. Совсем ни с кем не дружишь? Нет. Со всеми ругаешься и ссоришься? Нет, но это же не значит, что я вот такой вот идиот. Конечно, я знаю всех, и меня знают все, меня все боятся, уважают. Мне это подходит, достаточно. Но дружить, я не верю в дружбу среди артистов, это, не, ну, это неправильно. Потому что я хочу быть лучше, чем, допустим, тот-то. Ира Билы хочет быть лучше, чем Тая Павали. Тая Павали хочет быть лучше, чем Ира Билы. Как они могут дружить? Они делают вид, что они дружат. Но это же вранье, они же не дружат. Ты любишь готовить? Очень, но я это делаю очень редко, потому что нет времени. А так я люблю готовить, я умею красиво готовить. Жареная картошка, салатики, я борщ не умею готовить, я торт не умею готовить, пирожки не умею готовить, у меня духовка не работает. А так я готовлюсь очень быстро. Могу приготовить первое, второе, третье за 3 минуты. Ну, там 10 минут. Женщины-фанатки, угу. Такие заядлые, присутствуют в твоей жизни, которые разрывают телефон, каким-то образом достают твой номер, да. Не дают спокойно спать. Цветы приносят под дверь, кладут на машину цветы. Так ты поддаешься, вот если она там, вышли ММС-кой фотографии, там, понравилось, окей, приходи на ужин. Нет, ну, конечно, нет. Ну, я стараюсь не обижать. Я выхватываю за руку, говорю: девочка, не трать деньги, лучше купи себе платье. Ну, не носи ты мне цветы, прошу тебя. Она говорит: я вас люблю, Димочка. Я говорю: я тебя прошу, не трать деньги на дядю Диму. Пойди себе платье купи. Я с ними говорю, как психолог, знаешь. Я говорю: не надо, я не твой вкус. Нет, мой. Со мной трудно. Нет, колесо. Я проблемный, у меня плохой характер. Ну и все. Я с ними общаюсь. Мужчины-поклонники есть?
Ну так, чтобы кто-то уписывался за мной, конечно, нет. Такие, которые вот, ну, нет. А вдруг Дима Калиненко захочет сменить ориентацию? Боже упаси, нет, сейчас? Такого у меня никогда не было. Чтобы какой-то мальчик подошел и сказал, что я вас хочу или давайте с вами дружить. Боже упаси, такого не было. Ты знаешь, вот у меня какие-то мои любимые фанаты, это от 9 до 99 лет. У меня в зале сидят даже женщины бальзаковского периода. Маленькие детки, богатые, среднего бизнеса, среднего класса, супер богатая публика. Олигархи, депутаты. Но так, чтобы кто-то подошел и сказал: боже мой, Димочка, да, спасибо большое, это да. Молодец, босс, крутой, супер. Очень понравилось. Руку жмут, естественно. Но так, чтобы какие-то вот эти дела. Ну как это, да? Ты что? Боже упаси. Димочка, вот что бы ты сам себе, любимому, дорогому, пожелал? Я бы себе пожелал счастья, простого, человеческого. Вот вроде бы у меня все есть. И микрофон, как у Мадонны, и красивая машина, и популярность, и успешность, и денежка, и колбаса есть в холодильнике, и сыр есть. Ну вот хочется мне себе пожелать счастья. Такого, знаешь, мужского счастье? Простого счастья. Любви, девочка. Слышишь, Тереза, я вот думаю, а это у тебя хвостик настоящий? Не скажу. Дай подергаю. Так, красотка, красотка. Мне хотелось бы вот такого счастья. Кого-то подергать, помучить кого-то. Там, собачку же не помучаешь свою. Она у меня хорошая, послушная. А мне хотелось бы вот такого чего-то. Кто бы меня не слушался, вот там по попе дать кому-то, ножки кому-то подсадить, кофе в постель принести. Счастье мужского, простого. Сейчас все звезды несчастные. Скажу тебе по секрету. Все. И даже кто живет в браке, они несчастные. Не знаю почему, такое время, 21 век. Я бы пожелал всем артистам и всем людям счастья. Хоть какого, хоть пьяного, хоть не пьяного. Чтоб было что-то в доме, понимаешь? Это ж надо не изменять, нужно вот, вот. Ценить. Ты умеешь не изменять? Вот, можешь? Я преданный человек. Мне недавно звали все каналы на Украине, в Украине все. И тот канал, и тот за большие деньги. Я говорю: ребят, я люблю свой канал. Я люблю, люблю, не могу предавать. Я с одной жил 10 лет, с другой жил 5 лет, с третьей 4 года. Вот я не люблю предавать. И советую всем так жить. Чтоб муж не ходил налево, чтобы жена сидела дома, чтобы детки, уют, комфорт, свечи, ванночка, ножки тем-тем, кофеек, ужин вместе, за ручку походили. Нет сейчас такого. Нет. И вот исключительные случаи. Я всем женщинам в Украине желаю счастья, исключительного женского. Деток побольше, чтобы у вас в холодильнике была колбаска, сырочек, картошечка. Чтобы вам хватало денежек на заплатить за квартиру, за газ, за свет. Мало того, чтобы чуть-чуть осталось на вещи. Чтобы еще осталась денежка для того, чтобы сходить на концерт любимого артиста. Вот такая откровенная и любвеобильная программа была сегодня у меня с Димой Каляденко. Смотрите «Модную правду» и не пожалеете.